А я добавлю, что накануне в Тюмени открыли новый концертный сезон. Филармонии его назвали звездным. Любители искусства ожидают большое число премьер, фестивалей и выступлений известных артистов, многие из которых приедут в Тюмень впервые. А открыл творческий год Тюменский симфонический оркестр. Коллектив представил слушателям героическую симфонию Бетховена. И уже завтра музыканты отправятся на свои первые большие гастроли. Денис Мацуев пригласил наш оркестр выступить на своем традиционном фестивале «Звезды на Байкале» в Иркутске. Я когда назову сейчас имена, кто там уже был, мне уже отвечать нервный смех. Это был израильский оркестр под руководством Зубина Мэтты. Это был оркестр Герги, оркестр Спивакова, Башмета. Мы все очень волнуемся. Самое главное, что там будет, конечно, замечательные солисты. У нас там получается, мы играем с 9 пианистами.